закончился этот на высотах, короче, этого Боинга, ну, который Боинги летают на высоких. И он был сбит не ракетой, а этими пушками. Там вообще говорят, что у него были Ну и типа в штаб характер все. повреждения от Пойдем. взрыва. Пушками, говорит, был снят. Идем. Да, сейчас все будут врать обо всем. Пойдем, Россини. это кто? Горняк. Я Пойдем. же инженер. Заебал нахуй. Пошли. Подействовало. Боюсь. На рабочий? Она ездит. Всем привет. Хороший вопрос. А это 23-4Б, это не, стационарный. ЗСУшки не ездят, не стреляют, и в них нельзя сесть, ничего сделать, их надо только оборонять. А это сюжетные, да? Сюжетные ЗСУшки, да. То есть у них только УАЗы и ГАЗы. Ну и немножечко город преобразован. А ПТшки у них есть, ну, типа управляемые? ПТшки у них нет, у них только РПГ-7. Ну, ехать долго, конечно. Кто еще на МС-13? Нет, недолго. Тут, смотрите, остров-то маленький, всего-то да я знаю, 3 на я 3 играл километра. в нем. Ну, в первую арму еще. Ну, это же МС-13. Тут спуск у нас. Да, МС-13, там 45 км в час скорость. Короче, с севера ну, вот эта дорога, нам она очень хорошо простреливается. Но с нее тоже можно, в принципе, город... Поприкрывать. Так, секунду, стоп, протяни в канале. ВИЗ, технику да? может двигать? Не, Зушки. Которые нет, Зушки нет. Ну все, спасибо. У них даже сесть нельзя. Вот. Снайперы у нас есть, нету? Ну, в общем, смотрите. Один. У нас в Артега поедет большая группировка. Причем ей где-то в Долорисе надо будет высадиться уже. И там уже прочесывать внимательно. Потом через Артега пройти. Часть поедет на Сьерра Мадре, то есть на перевал. А часть пойдет через Париса. Еще часть севера по дороге, самые смертники. Я думаю, это взвод. В общем, выбирайте, куда хотите. Фед, будем смертниками? Давай. Взвод, короче, смотрите, через северную дорогу идет. У нас есть еще отдельный отряд, Альфа-2-3, там 4 человека разведки со снайпером. Ну это лучше на высотку запихнуть 376. Вот они, будет... между прочим, могут вот в этом в Долорисе на высоту залезть и оттуда контролировать подход, чтобы не дать противнику подойти незамечен. Так где это? Это точку один синюю поставил. Там вот башня находится, радиотрансляция. Туда можно снайпера посадить, он будет дорогу контролировать, они по ней поедут, пошлют кого-то в Долорес. То есть там пострелять можно чуть-чуть, они так... У них транспорт есть, да? У них транспорт есть, но бронетехники нет. Если чуть пострелять, они уедут. Вот, ну, значит, что-то мы вот до Долореса можем безопасно доехать, в принципе. Ну, понял, займем тогда точку 1, вышку. 2-3. А можно еще лучше. То есть вы можете тогда, вот занят... Город Геральда можете занять. Вообще это точка 2. Тогда у нас вся страна пойдет на Артега. Под Артега будет высаживаться на юге. И оттуда наступать пешим ходом. Если 68-й занять севернее, там могут убить, наверное, все вообще подходы. Вот, метка высадка синяя 3, видите? Вот если да. мы там все высадимся, снайпера нас прикроют, как бы это, засад. И можно спокойно на город наступать на север. То есть высаживаться уже не в Долоресе, а в Артега? Ну да. Может, мы все с одной стороны пойдем? Ну, есть риск, что как бы если с одной стороны все пойдем, что мы как бы увязнем там. То есть обычно, если целая группа идет, и там перестрелка начинается, там застревает очень надолго долго войска, могут не успеть. А с горы кто будет прикрывать? Так, на гору мы с Толс поедем. Метку бы оставил. Если 2-3 занять севернее Артеги, где антенна 68 высота. Я тут буду видеть весь север и восток. Ну на север-то да. должны видеть. Да, да, будете видеть, скорее всего. Тогда мы лучше туда выдвинемся, хотя бы точно будем видеть, что мы не просмотрим. Это вы говорите, снайпера да, на лодке?
Да, так вы не успеете туда, если противник резко двинется. У нас тоже машины есть. У них машина или лодка на выбор. Угу. Нет, ну вы не успеете. Но противник, скорее всего, быстрее туда доберется. Для чернорафта. Нет, не трогайте карту. Чего? Мы собираемся. Ну, 68. И снайпера потом. Не-не-не, Геральда не надо. Это такой, этот, как бы... На точку один едьте, там понял. Просмотрите. Если никого не увидите оттуда, там, минут 5 не будете никого видеть, сдвигайтесь на север. Вот где... И попробуйте тогда на 68 приехать. Mm. Там вы можете с противником нос к носу уже столкнуться. Mm. Так, мы поедем через север. Ну вот, на перевале высадимся. Тут ДВРация есть, да? Ну а почему ее может не быть? Есть, есть, конечно. Вот я вижу, тут длительность миссии 1 час установлена, виз. Может, я тогда увеличу до часа 20? Что, какой смысл? Там написано, по-моему, 80 час? Минут. 80 минут должно было быть. У меня час написано, продолжительность. А, и у меня тоже час. Ну, тогда надо будет, да, продлить. Ну, я продлю на 20 минут тогда после старта. Угу. 2-2-то, задачу получил, ушли. На другую сторону тоже предупредить. Маленькая заметочка, в самом городе, где эти зенитки стоят, могут быть дополнительные укрепления. Принято. Так, взвод горняк пошел в этого. В канал свой. Давно я... Короче, это... Искал. Мы отряд смертников. Mm-hmm. Поэтому... У нас может быть все самое это веселое. Ну, чё, продвигаемся по точкам. Точки, я думаю, все видят. Mm-hmm. Вот я как выходим из города и спараемся. Там уже может быть опасность. У них, короче, техника есть. Ну, такая небронированная. Они поэтому могут в горах зашкириться где-нибудь здесь. Вот эта дорога возле моря, которая идет, она идет прям под горами, то есть там сверху могут расстрелять спокойно, поэтому нужно доезжаем до отметки взвод, ну которая первая отметка, там возле Петровска, возле автобусной остановки, там наверное уже нужно будет высадиться и потихоньку полегоньку продвигаться, зайти на горы, сейчас скажу какие. Че, пешком идти снова? Да, Сережа. Вот сюда нужно будет, наверное, забраться куда-нибудь. Короче, просмотреть территорию, потому что, ну, тут на высоте везде могут заседать. Такая да, территория. 138-я, 231-я, и потом лес. В смысле, такой мы что, попилили, да, короче, отряд? Нет, 70. Нет, ну, посмотрим. Пару человек разведки побегут просто вперед. Mm-hmm. Вот это вот высота все... тоже. Вот это вот высота 219, она там самая такая. Техника, если с пулеметом, она по-любому будет сзади идти техника. Это превью, да. У них ЗСУ стоит? ЗСУ, да. Она не это, не стрелябельная. Такая просто. Было. У них есть РПГ, ПТХ нету, ну, управляемых ПТХ. Далее, когда доходим вот до второй отметки, взвод. Если все чисто, ну, техника подгоняется, и, в принципе, техника уже оттуда может более-менее прикрывать по Каразолу. Сань, слышь, я думаю, может, техника поэтому поедет и по высотам сразу. Я тоже думал об этом. Она можно, в принципе, с Альфой 2-2 доехать, а потом там разделиться и по высоте прогнать. Это и выйти вот так. Как-нибудь вот так. Ну, видишь, там могут сидеть, если, блядь, они там в Ортега попрут. Да, поэтому я говорю, попрут, нужно сначала будет пехоту пустить. Мне кажется, надо это сам. В объезд лучше поедем. А где мы стартуем? Да вон, зеленая зона. А мы, Фед, куда двигаемся? До точки взвод? Мы все в одной машине едем. Все в одни машины. Короче, блядь, коробочка, нахуй. Просто разведка идет, да, вперед. Да. Несколько человек. Ну, да, не то, что несколько человек. Можно выйти, опять же, человек 6 может выйти по 2. Ну и просто одним таким фронтом как бы пройти и просмотреть легче будет. Короче, в машине должен остаться 3 человека. Да если пулемет есть, то она пулеметчик, водитель и командир. Ты командир, вот ты сиди в холодильнике, будешь командовать по карте. А чё он там делает, командир-то? Я согласен. Нет, все, короче, как до точки доедем? Блять, ну в случае чего там надо будет подпрятать где-нибудь, он выйдет, раз там скажешь, подъедь.
Как до точки доедем, я пойду вдоль дороги. Кто не, я думал, у него там... Давай с тобой. После куда вдоль дороги? Ну вот, как дорога идет, то есть пойду вдоль дороги понизу, чтобы просматривать и низину, и заправку выставки. Просмотреть, чтобы там никого не было. Ну, остальные два или там 3-4 человека по горам пусть идут. То есть, чтобы с разных сторон было... Ну, чем больше мы будем видеть, тем лучше. Давайте сразу назначим, чтобы потом не было на месте споров. А вот этот остров... Вот смотри, на 138-м, да, высоте, там есть, блядь, какой-то заборчик, блядь, с этим, зданица маленькая. Да. Угу, есть. Оно на дорогу, там дорогу не видно. Нет, там... Знаешь, где дорогу может быть одного, видно? Вот, смотри, края. Вот 138 на юго-восток, 221, 231. Или сок такой оттуда, еще. Оттуда, да, видно дорогу. Старче из момента. Там такой этот. Ну, такое все, короче, ущелье небольшое. Кто за рулем? По умолчанию. Кто за рулем? Не док. А? Не док. Не док. Док. А кто? Альфа-док. Блэк, сядешь за холодильник. Ты пулеметчик. Бля, садитесь кто-нибудь за водителя. У нас же есть несколько инженеров. Ну, командир Фет, ты садись, поведешь как надо. Охуенно. Ладно. Зачем инженеры здесь? Сейчас узнаем, что у тебя есть, да и все. Ремонтировать, наверное, технику. Ну, может, взрывчатка у них есть, взорвать вот эти шоу. Либо, если чужика можем, ты на пулеметчике, а я... Ребята, ой, кстати, старый поведет, а? Давай так, на пулеметчике, на водителя. Фед, мы с Жекой тогда экипажем будем. Окей. Я тогда погоню всех. Я буду командиром в экипаже. Сидеть там. Весь бой. Тут, кстати, примечания читали? Кому нужны примечания? Нет. Охуенно. Тут медицина написана только у медиков. Лавер включен. У вас, газ. А это карта... Где индивидуальный медпакет? Так кто-то они... сам рисовал? Нет, это с первой армы. А, с первой армы. Да. Часть карты. Вторая часть есть. Я нарисовал. Арма 1, которая? Да. Не арма 1. Интересно. Если бы здесь еще техника была из арма 1. Я помню, этот Харьер был, на нем постоянно летали. И Каразол был такой город, в котором постоянно война была. Потому что он единственно соединял два острова. Ну вот он, Каразол, он и есть, Харон ну, стоит. Ну, второй части вот острова нету. Да, наша техника как раз напротив нашего отделения. Может, у меня прицел есть. Прием. Где оружие, где ящики? Пустите. Чё? Пустите меня. Чё? 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 О, у меня есть. Чё, где оружие, скажи? Слышно. Здесь. О, у меня морфин есть. Есть без, так что я не такой. Нихуя тут нет, да? Кроме грана. А, слышно? Ну, я вроде как заслужил. Возьмите для магазина. Нахуй тут нужен. Не, вот так. Да? Как дела? Нормально. Без сказки уже стоит. Карту посмотрю, поностальгирую. По паре. По давайте покрасим все зеленым цветом. Что, поностальгируешь? Карусель. Карту посмотрю, поностальгирую. А ты что, играл в первую арму? Ну да. Нифига ты, круто. Компанию прошел даже. Розыгрышки нет у тебя? Есть. Тогда у меня такая не было. А я чуть ли не сразу в онлайн начал играть вами. Первый. Как вообще тут? Проверка КВ. Слышно? КВ не работает. Старый чек.
Прием. Скиньте кто-нибудь, пожалуйста, прицел, а то... Интересно, почему в ванильной технике вот нельзя сделать, как сейчас у нас горняк? Да, и я тоже не отказался. Все вылезти из экипажа наполовину. Можно ванильный. Но это в арме просто лагает, ну, глючно работает. Нет, иногда можно, иногда нельзя. Да. О, на маршалах? Без да. модов? Нельзя. Да нет. Можно, я вылазил. Но я говорю, это глючно очень работает порой. Я не знаю, от чего это зависит, но иногда можно, иногда нельзя вылезти. Чаще нельзя, чем можно. Нифига, кто-то сбоку от меня сидит. Со шрамом. Я вижу. Оптика, блядь. Я тоже пулеметчик. Я заебись стреляю с оптикой. А у меня эти очки тебе есть? Тебе не надо стрелять, блядь. Да. Точечными выстрелами. Че, он будет все время так ко мне поворачиваться? Причем очки на шлеме, очки на глазах, да? Да. Как олень. Да. С очками какой-то замес Санта. Они у тебя какие-то... Еврейские солдаты. Вы тут парня с очками не видали? А все уже тут? Компьютер много, сижу. Вот и белые. Теперь все. А как ты узнал? Короче, Жека, ты я это... Отдал. Если что, машиной будешь командовать ты, скажешь стоп. Колесом мыши покрутись, и там видно. Что скажу? Ну, ты будешь командовать, там, вперед, назад, стоп, там, все дела. А если что, там опасность будет, я скажу, конечно. Да. А насчет дороги, куда ехать, это... Ну, нет, дорогу, если бы тут... Ну, я про точку писал, их видно. А инженеры взяли там комплект для разминирования? Да, у меня есть. Да. Два подрывных заряда. Короче, если машину подкоцают, мы с Жекой себя взрываем. Кстати, прикольный. Ты можешь сам заработать его. Клади. Этот, двигайтесь там за нами. О, Саня, стой, стой. Аккуратно. Кстати, отправлять уже. Забыл тебе сказать, короче, мы когда сходили с Эксом, короче, на океанские игры, я
насчет тебя, или маленькую твою дашку. Я сидел, блядь, дом, выбил, блядь, одного товарища, подошел, блядь, добровольно, блядь, взрывал команду, там раздавался, не ебнул, успел. Сейчас так, блядь, ушел, блядь. Там ничего не меняется, это слово. Вот ты один уже, блядь. Так, я пока вылазить не буду, потому что так лучше видно. Точнее, залазить не буду. Алло, блин! А, если... я, конечно, боюсь спросить, а у всех такое мыло, да? Да. Да, у всех, похоже. Охуительно. Даже Arma One. Серега, ты внутри, нет? А где мы находимся? Нет. Серега, вылази, ты здесь не нужен. А, ты вон, негр. Чё тебе? Классный. Воу-воу-воу. Хорошая пушка, нигер. Опа. Давайте идите, проверьте вон впереди высоту, чтобы мы могли немножко вперед проехать. Может, он может шахит сидит. На тот где-то. Что говоришь? Поставил мет. А, вижу. О, Жека. Пуха у тебя хорошая. Большая. Так, двигаемся на сотню. Ес, ты командира слышал? Поворский ведущий. Давайте, короче, вперед, чтобы у нас медик живой был. Глуши эту собаку. У меня такой шум, пипец. Фипят наушники, когда машина едет? Таня, ты мне кровопотерю упустил. Что-то хрип наушника сразу, когда в этой машине едешь. Не, у меня нормально. У меня колонка. Ты мне пусти. Да. Да, побежали без меня. Таких на праздник не берут. Так, а может быть мы вообще делаем... Фет! Да. А может вы все так и будете бежать, а мы как, ну, будем потихоньку идти по дороге, если что, отвлекать на себя или что-нибудь такое, не? Не, подожди. Ну вы, конечно, проверите все, но я к тому, что вы к нам больше не вернетесь. Ну, о! Будьте с нами. У меня есть план.
М113 плавающая. Мы, короче, сейчас уплываем на северный километр. Она не плавает. И, короче, это, в город через север. Вы плаваете, как она камень. Плавает. Да плавает же, М113 плавает. Нет. Это да не плавает, уже проверяли, блядь. М113 плавает в моде РХС, как камень. Если хочешь попробовать, пожалуйста, не держу. Ну, я умею пускать камень. Хватит, лягушкой. Блядь, попиздите. Пиздите где-нибудь, там, не знаю, на улице попиздите сам. Приказ. Мне, кстати, почему-то Феда видно как начальника. Я думал, это выпилено из миссии. Ой, у меня у нас здесь ДВХ? Да нет, вроде. Есть ДВХ. А, ДВХ какая есть, вообще? Да. Я думал, ты говоришь сдвиг. Не, какая вообще ДВХ, не знаешь? Сейчас в инструктаже гляну. Поднимаемся на вершину. Послушать-то. 48,6. Сосредотачивайтесь, осматривайтесь. Ну как, слушаешь ДВХ? О, клёво вообще. Надеюсь, мы не настолько популярны, чтобы нас полили по стриму. Ну да. А, наблюдаю противника в... Сейчас меточку оставлю. Ну вот, я же говорил, что... Кстати, это возможно свои. Может и нет. Сверься с картой. Сверился, это похоже на Альфа-3... Нет, либо Альфа-2-2, либо Альфа-3-1. Не знаю, кто там. В доме сидит, короче, двухэтажный дом с красным таким этим... зонтиком. Может, мы вниз съедем? Ну, спустимся сейчас, Феда, спрошу, к остановке какой-то на дорогу. Как думаешь? Да, я думаю. Можно? Чё здесь-то? Смотреть Фед. Тоже. Да. Можно спуститься на север к остановке, к метке взвод? До заправки? Ну да, и там автобусная остановка, может кто есть. Сейчас, минутку. Наблюдаю заправку, но что-то не видно, есть там кто или нет. Это стелс, мы находимся на дыре. Погнали. Сейчас у Феда спрашиваю, почем? РМС на связи. На связи. Почем? У Феда спрашиваю, почем, говорю, какая? КВ? Да. РМС, это ФСД, вы находитесь на точке, которая на карте обозначена. Да. Их разговоры знают. Какое КВ? Через 4. 344. Кто слышали? У нас же контакт 13. Их можно 13 открывать будет. На связи? Да, да. Смотри во все стороны. Тут ни хрена не видно вообще. РМС, это ФСД, где вы находитесь? Альфа 2-2, восточнее вас, отделение противника. На связи? На связи. 68-й, наблюдайте контейнер зеленый. Метку поставь. Да, я сижу, кого вы
Лежит. Конечно, врага. Ну там зеленый контейнер стоит. Да, рядом с ним враг лежит. Че, чисто? Да, работа, работа. А ты один, нужна помощь. Левее, левее, левее уходит. С севера подавляют. Если вперед немножко, тут густые закрывают часть. Иди где-нибудь там, тут увидите. Стой, 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 стой. Они там на востоке. Стой, 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 стой. Бэт, на 123 есть враг. Он ушел за корпус. Так, ты куда работаешь? 132. Фет, от метки взвод на 132, не врага, а жена работает. Расстояние где-то километр. Никого не вижу больше. Связи практически нету. Давай ближе подъеду. Давай потихонечку гони. А где примет? Да, а. А ну вот здесь прикрепил. Да, мне дал так. Бегал потом сейчас уже все. Шпром не видно. Да, да, работает. Продвинься вперед. Да, речь там сгорел. На высотке зеленый. Да, там у них там от них на 140 тоже работают. Корня. Да, на связи. Кали. Да. Все, все хорошо. Мы не ведем огонь. Не понял. У нас пока тихо. Ну, враг был, Жека пострелял, но сейчас тихо. Зайца за еще бегает. 700 метров, как у нас. Нашим. Нашим. 800 метров, какая-то такая связь плохая. Ну. Потихонечку, наверное. 2-2 на связи. 2-2 на связи. Вы там продвигаетесь? У нас тут в городе зажали. Метку обновили. Это на этих высотах, там враг. Так, потихоньку вперед, да, идем? Что делать? Я никого не вижу. Блин, они нашу сторону вообще не смотрят. Нам еще могут пронести. Штамп, в Долоресе оказалась техника противника и исхода. Накрывать их. И да, они в низину ушли, наверное. Так, у них там что-то раскачка. Это ФСД, есть кто-нибудь из синих в Долоресе? Прям вообще. Да. А, пулеметчик, один стрелок на высоте, кстати, зажги со стороны спускать вниз, вот там 10. Здание. Не уже все отступать, куда не Че нам, в одиночку продвигаться или вернуться назад и к ним поехать? Стелсы у вас там на вашем холме или не врага? В зеленке тут противники находятся.
понял. Ну чё, продвигаем. Ты слышал, да, Ваш? Да, слышал. И полиция пушит. На 214 на холме там кто-то. Вот где скалы, слева от скал зеленка. Слева от зеленки чуть-чуть ниже. Тело валялось какое-то. РМС. Это ФСД. Видишь? Да, не вижу. Да, принял. У нас от зеленки спускается еще один. Мы их тогда отвлекать будем и продолжать атаку. А в упор не вижу. Фет, на метке взвод. К вам в спину, садитесь. Огонь. Работает снизу. Это мы. Предупредительный огонь был. Сейчас я предупредительный. Блядь, ну спасибо, что предупредили. Вы метки на себя не обновляете. Мы обновили, там остались двое наших. Далее. Сейчас, погоди. А кто в горы поднимается? Свои, да? Да. Взрыв на 180 был. Это я хлопнул. Ты так сразу не стреляй. Фед, ну я выдвигаюсь. А выдвигайте, сержант. Так, мы на позиции, Фет. Фет, вы на 40 пошли. Да. Отсюда город открывается. У тебя там зум есть, кстати, нет? Нету, на 189 это... чувак по хребту бегает. 189. Это наш, там Фет рядом. 113 это сожгли. Может, пойдем вперед, он под скалы прям встанем, в принципе. Да блин, как-то шухерно, кто-нибудь над этими скалами засядет. Засультело было. Фет, вниз от тебя на этот, на север, кто ползает? На тебя смотрит. Не знаю. Вот я между знаю. Нами и между заправкой и тобой ровно. Чувак, скорее поднимается. Всего, я. Это я. На Феда смотришь, да, возле дерева сидишь? Встал! Ну да, вроде ты. Только если встал, не надо говорить. Все равно сами вали. Так говори тут сам, встал, не встал. Ну ладно, это тонкий юмор. А, точно, дошло, так и нет. Внимание, смотри, за этим перевалом сейчас могут быть противники, сейчас только что калаш работал аккуратно.
В. ДВ, кстати, молчит пока. Сдвига вроде не было. Странно, что здесь засад пока. Не знаю, что... Хотя, это довольно легко предположить, что на заправке могла бы быть засада. Они могут, видишь, вот складки идут, которые сбоку местности, они могут в одной из складок сидеть, допустим, вот ближайшее, там дерево. В итоге мы увидим, что он применит. Где? Азимут. 150-160, видишь? Свои. Да свои, свои это. Странно, у ФСДшников и ГРЗшников противники в тылу оказались в Долоресе. Двигаемся на 130. Да. Между тоже приблизительно враг можно убирать с карты у вас в тылу, которая... Это штаб ФСД вынуждены занять оборону в районе церкви на точке Знаток. Точки Знаток. Т-3-1 на связи все еще. Т-3-1. Это ФСД, кто-то Долорес оказался противник. Мы отсекаем их, чтобы РМС прошли в город. Корняк, можете дальше продвинуться. Можем. Понял. Принял. 1-3, Зелов на связи. Двигаемся. Да. Свои работают. Я пока спрятался. Свои. Бери максимально близко к скале, думаю. Где? Либо тяжело надо будет выбрать сверху. Что это в паднике прямо аккуратненько надо получится? Стоп. Впереди техника как-то да, стоит. Вижу. Пока не жги ее. Фет, у нас прямо по дороге джип перегородил дорогу. Сейчас примерно точку поставлю. У нас фото минус. Блять. Метки обновил, Фет. Он перекрыл дорогу просто. Да, стоит перекрытая дорога. Скорее всего, засада какая-нибудь. Лечите Фатома, кто медик, он живой еще. Так, они нас могут с берега опять же обойти. Вот, по низинке пройти и сзади, допустим, стрельнуть с РПГ. Может, ты пока водишь низинку, я тут буду палить. И вверх, а ты там полежи пока. Команда не... появится. Так, пешочком пойти мне, что ли? Ну да, там ляждимся. Ладно. Двигаемся дальше. А 140. Фет, я вышел из М113, пешочком проверю берег. Понял.
может, Серега... Блять. Что-то мне палим на одному бегать. Инфаркт не хватило. Вот такой рубец. На, фет убит. Я слышал. Делаем. Честно хз. Здесь вообще опасно ехать. Ну. Действительно как смертники. Можно проехать, блин, я не знаю. Штаб, это 2-2, ответь. На связи? Да, на связи. Много отделений умерло, давай сделаем резервную частоту, которая прописана в частотах. Да. Прием. Блок, прием. Вы можете проверить метку засада? У них там зеленый враг. А кто-нибудь Пхикорос есть в лесу? Альфа 2-2. Там... А, там, не там, сейчас. Там взвод воюет наш, несут потери, там враги. Жека, это рядом прям. Слышу. ФСД мы занимаем Чупа-Чупс. Продолжаем вести бой с противником Долорес. Пипец просто. Взвод, кто живой есть? Вот живой, тут живой. Я лечу под сам. Вы сдвиг сделать не хотите? Вот, переходим на другую частоту. Резерв. И все. А какая у нас резерв? А кто его знает? 302.4. Где ты это видишь? Да, частоты. А может на полном ходу ворвемся в город? Ну-ка, ну-ка, тихо. Кто на приеме? Два точка четыре. Тихо, тихо, тихо. Прием. Взвод, кто говорит? Прием есть там? Кто со мной говорит? А 302.4 я тебя не слышу вообще. Тихо, тихо. Ну. На резервную переходи. Резервную, блядь, не указано. В рациях, там вот, когда включаешь карту, там рации, там резервная в скобочках указана. Разговариваешь. Да Блэк, блин, не может перейти на частоту резервную. А, прием. А он такой, это, перешел он, нет? Знаю. Тишина, у меня вообще тишина стоит. А он такой, взвод на прием, я такой, прием.
Он такой, кто говорит? Я говорю, а ты кто? Знаешь, такое полево. На связи. Че, все перешли? Старый отсоединил-то. Только бэк и все. Тихо, сам-то вообще не слышно. Ну-ка, по старой еще раз свяжусь с кем-нибудь. Взвод, прием. Еще на одну резервную впереди, которая самая крайняя. Может, не то пришли. Я боюсь, что враг сейчас может где-нибудь сзади выйти, спереди. Ну, мы не двигаемся пока, они нас не слышат. Но мы двинемся, могут услышать. Ну. Прием на связь. Никого нету. Так, а ДБ у нас прием. Какая? Три. Живой? Да, живой, ты ответил. Кто живой? Так. Че, погнали, чем будем делать-то? Сейчас на частоту перейду уже. ДВ, прием. А тоже что же молчит? Есть кто живой на ДВ? Есть. Бой со взлёткой. Это МС-13 от взвода. У нас весь отряд лег, походу. Кроме одного человека. Хотелось бы что-нибудь, указаний каких-нибудь полезных. Так, давай ты на новой ДВ сейчас сидишь же, да? Вот эти, да. Давай я на старую перейду. Давай. Всё, Саня. Я скорее наезжу. Саня, живу. Всё, да. О. О. Ну, спасибо. Просто один, короче, Санёк остался. Я спускаюсь на дорогу к побережью от зелёнки. Давай, мы на отметке стоим, но между нами кто-то стреляет. Я не знаю, кто. Прям порой стрельба ведется, возможно, враг. Так что будь осторожен. По вам стреляют? Нет, не по нам, куда-то стреляют, но мы слышим. Просто. Вот от нас справа, считай. На ДВ есть кто? ФСД. На резерв переходите. Если там ФСД на резерв перейдут, скажешь? Блэк, как будешь к нашей отметке подходить, это заранее сообщи. Пошли. Да, я вроде к вашей отметке подхожу. Проверка. Угу, хорошо. На ДВ зашли, говорю. Ага, отлично. На ДВ есть кто? А кого надо? Прием, взвод. Тихо. А кто есть? А кто это говорит? Говорит тот, кто спрашивает. Я предлагаю так. Переходим на резервные. Если мы друг друга услышим на резервные, тогда все хорошо. А если не услышим, то враг не услышит. Вон, Саня, вижу вас. Ты, блядь, через инфаркт. Блэк, нет, ты, слушай, ты лучше вдоль это,
Горочки, иди к машине, видишь, стоит. Впереди прям. Давай, давай. За мной тогда проверять буду. Я слева буду идти. Не-не-не, нет, вдоль стопочки иди лучше. Мы двигаться не будем, чтобы этого шума не наделать лишнего. Это, на ДВ сейчас никто не перешел? Нет. ДВ, прием. Сейчас перешли. Прием. Грубый голос, да? У меня? Это я сейчас ДВ прием сказал. Да? Да. Блять, такой голос такой странный был. Ну я меняю, чтобы меня не узнали эти чуваки. Прием на ДВ. Ты куда другое ДВ говоришь? А, все. Не, я в старую ДВ-ху. А какой вражеский отряд там хоть один есть? Я. Не знаю, чтобы если что назваться кем-нибудь. А Тима, о, если что. Прием на ДВ. Есть кто, ребята? Ладно, тогда перехожу на нормального ДВ-ху. Блэк, что там? Да? Что там, говорю? Тише, тихо. Чего-чего? Встретились глухой и немой. Тихо там, говорю, или нет? Да вроде тихо, смотрю, если мины стоят, нет, на. Прием, метка стоит. Ну там тигры наши увидишь? Нет. Опа. Вась, ты за рулем? Альфа 2, ты на связи, на ДВ нет. Да, я за руль сел. Ты, блять. Ну езжай в город. Прям на ней, что ли? Ну да, и мы за тобой там... подрываться будем. Да есть вероятность, что... Там не в ней расстреляют. Повтори, повтори. Что на 60 улиц? Тебя-то и нет. Тебя-то и не расстреляют. М113 наш едет к тебе. Твои же расстреляют. Так, слушай, РМС, повернись на 180. Так, ребята, не вы по нам работаете? РМС, мы на твоей точке тебя не наблюдаем. Ты минус. Я у тигра. Блэк живой? Блэк? Я около тигра. Блэк сдох. РМС, впереди на нашу КВ. Похуй, я на УАЗике. Да молодец. Это не ты взорвал там? Нет. Где подавать то, что с севера на газе едет наш? А он написал. Прием, это взвод М113, подходим к северу. Один из наших на УАЗике поехал в город посмотреть, как у них там дела. Мы к мосту потихоньку подходим. Принял. Весь наш отряд мертвый, мы, скорее всего, тоже будем смертны. Разведка, разведка, там наш тигр ездит, имейте в виду. Вот ответка. Альфа 2-3, это ФСД, там наш тигр ездит с нашей стороны. Принято. Не тигр, русский. Вот это тигр русский. Я думал, сначала это не УАЗик. Я думал, они УАЗик, а теперь узнали сначала. Сань, слышь меня? Слышу. Доехал до ихней базы. Ты, конечно, до базы сдохнет, только хер с ним.
Человек живой? Да, живой, живой, живой. Тебя заточили? Метку поставил, где я? На порту. Если на холм, думаю, не стоит доезжать. Ну, может, ты здесь не просто... Дали прям в город Ахис, подохну так потом. Это взвод МС-13, весь наш отряд мертв. Я в слежилке противника. Транспортер. Подходим. Заходим в город, короче. Просто ФСД, мы находимся на южной части города. Давай вот стреляем. Возле Альфа-2-3. Прием. Кто стреляет? Блэк, ты стреляешь? Я метку поставил, там враг пехота стреляли. За мостом, по-моему, сидит чувак. Смотри, за мостом, вот где мы заезжали, на мост. С той стороны башка торчит. И ночью-то такое есть. А, кто возле моста пешком бегает? На отметке взвод МС-13 рядом. Свои. Что-то вижу. Так, я внутрь прячусь. Давай, конечно, да. Теперь ты все говори, я потому что ничего не вижу. Блэк живой? Блэк, прием. Перезарядка. Если по нам будет стрелять, скажи, я назад откачусь. Понял. Давай, наверное, знаешь, стреляют, короче, мне здание мешает. То есть стреляют где-то откуда за зданием. Это, по-честному, надо налево слегка отъехать дома. Поверни вот налево и потихонечку спускайся. М113 левее трехэтажного здания пехота была. Принято. Вот да, налево слегка. Постой, 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 стой, 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 стой. Хера не видно. Скажите сатурацию. 178.8. До нас только два человека. Ну, я буду хоть третьим.
Здание на 132 от нас, там на крыше был противник. Иди за нами. Так, это Горняк, я с вами. Принято. У нас РПГ прилетело со здания второе, слева. Горняк ранен или? Забегаю на 120 до здания. Нет, прикрыть. Нормально. Блин, а у меня подрывные заряды есть? У меня есть два подрывных заряда. ЗСУ на дороге. Да, вижу. Не хотелось бы сдохнуть, когда к ней побегу. Попробуем прикрыть. Давай дым кину к ней, подожди. Так, тут АГМ, да? Через АГМ все взрывается. Противник на 150 зданий, второй этаж. На крыше, на 140. Это кто? На крыше! Архонт. Прием. А, вон слева видно Мирик, стрела, да? Саня! Значит. Сань! Чё? Это... Ты не видел, да, их? Кого? О, ребят, которые... Ха-ха! Прикольно. Кого? Он, наверное, секунд 10 стоял на тебя, смотрел, тупил. Видимо, целился. Кто? Откуда? Пейл, пальп. Ну, откуда он целился? А они со стороны моста, короче. Ну как же я их видел, я же спиной к мосту был. Они там с горы спускались. Прям большая группа была. Забрали. Вот так вот. Когда у нас техника. Вы его завалил.
Слушай, Арнольд жив еще или нет? Нет, он, судя по всему, ранен. У него просто такая поза, как будто он живой. А я ему кричу, кричу, живой он, не живой, блин. У меня ногу так скрючило. А это? Тут да? же этот... А как этот мод включается? Т. Просто... Ты про ники? Не ники эти, а ГМ тут, да? Ксеноби, ты здесь? Ксеноби катается он. А, это танкисты завалили. Блин. А что за мод включается? А стрелок на захваченный здесь? Слышит меня? Он раненый, наверное. Ну да, отмечается как-то. А как могли, блин, технику? Я сам не знаю. Каждую игру просирают технику кто-нибудь. Не, он все, готов. Теперь точно. А что за цифры перед никами? 1, 2? Сколько это человек в машине? А, понял. Ох, вот это они сейчас в тыл. Вот это сейчас будет. Да. Лишь бы заметил. Все. Блять, он минус не отряд. Видит. А, перезарядка. Ой-ой. Не нами кричат, эй, вы дураки. А это вот эта мясорубка. Нет, блядь! Блядь! Не повезло вам. Да. Да почему? Нормально шли. Нет. Сзади МС-13 выехал. Это считается невезением. Так это что, вражеский был? Захвачен? Да. Да. Синоби постарался. Мы его смотрели на него. Он нас и убил. А он все убивает. Никого не жалеет на своем пути. Можно, кстати, кто-нибудь рассказать, как они вообще его получили? Как так получилось? Водитель вылазил, его пристрелили и забрали. Нет. Почему водитель в нем? Там был один человек. Там был один человек, он сел на стрелка, а Синоби в этот момент находился возле этой техники. То есть он просто лежал в кустах на своей позиции, и техника приехала прямо к нему. Не, а почему техника в технике один человек? Почему техника? Ладно, это риторическое замечание. Чё, давить поехал? А чё, у него патроны кончились, что ли? Да. Давить это плохо. Для них да. Надо еще злобную музыку. А, он, наверное, хочет забрать второй М113. Нет, он просто давит. Блядь, просто хуеет с тупости этой, блядь. Че за ебаный в рот, блядь? Что такое? Он прям за ними. Адские круги нарезаны. Позорище, блядь. Все, бля, больше я нахуй никому не отдам лидера, блядь. Это просто пиздец. Как реально будто, как бык на красной тряпке разворачивается. Сейчас два быка будет. Кармагеддон. Это будет долго. Он его оглушил. Нифига себе. Молодец. Жесть. Просто жесть. Позорище. Это, а чё он взорвался? Слишком большие повреждения были. Ой. Блядь, жесть какая.